Долгожданные ключи от квартир в жилом комплексе «Изумрудная долина» в Жаворонках получили 9 дольщиков. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил их лично и поблагодарил новоселов за терпение. Тяжело вам было, но все, слава богу, закончилось. Хотелось быстрее, но получилось вот так, как получилось. И слава богу, что сегодня мы с многоквартирными домами, с проблемой дольщиков в «Изумрудной долине» тему закрыли. Стройка тянулась с 2012 года. Застройщик должен был возвести 34 дома на 1404 квартиры. Однако не выполнил свои обязательства. Достраивать жилье пришлось найденным благодаря позиции Минстроя и личному вмешательству губернатора Подмосковья инвесторам. Мы как обещали, все один из последних корпусов в этом году ввели. И 207 правообладателей в этом году получат свои квартиры. Теперь у нас школа, детские сады, поликлиника, так что все у нас было в шаговой доступности. Мы будем контролировать, чтобы эти объекты появились как можно быстрее. Школу на 1125 учащихся и детские сады на 520 малышей планируют создать к сентябрю 2024 года. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».